Подушка из штанов и вещей. Да, коридор — это самое такое безопасное место. Да, ну, потому что... Коридор вообще посередине. Да, радиоволна низ. Когда открываешь окно где-нибудь в доме, и вот это вот, когда взрывы прям близко, вот эта вот волна, окна, ну, они трясутся, конечно, но не вылетают уже. Не вылетают. Можно форточку открыть. А если даже вылетают, то, слава богу, не на человека. Мы с Мариуполя смогли выехать 16 марта. Пили дождевую воду, пили снег, топили. Еды толком не было. Это благодаря маме нашей, которая пчеловод, у которой было сухое молоко. Она для пчел его покупала. Вот они его разводили и поили детей, кормили. Потому что дети все время просили кушать. Сели провода, машины. Дорога была очень страшная, пока мы не выехали с Мариуполя. Русскоязычное население. Не надо было нас ни от кого защищать. 24 февраля пошли. Да, сразу пошли обстрелы. Да. Но сначала было как бы не часто, не сильно. А со 2 марта уже ничего не было. Ни газа, ни света, ни воды. Был дождь, мы собирали дождевую воду со сточных этих... С крыши. Крыш, да, текла. Вот. Потом выпал снег, мы собирали снег. Набирали в люк все, что по можно. Всей емкости, которая есть. Да, и потом топили, пили. А хоронить было негде. Хоронили вот трупы прямо во дворе, на клумбах, или вообще лежали просто как бы на лавочках, потому что некому было хоронить. И родственников много в России, и они не верят нам, что это такое может происходить, что это россияне нас так бомбят и обстреливают, что типа вы там сами типа как бы вызываете его на себя. Ну а как? Как им доказать, что приезжайте к нам, приезжайте в Мариуполь, посмотрите, что делать. До сих пор мне снится война. Я приехала в октябре на учебу в университете, то есть у меня никаких знакомых в Греции нет из украинской общины, не было. Вот, но поскольку я пошла на митинги, я познакомилась с большим количеством хороших людей. Стоп, стоп, стоп! Будет стоп! Killing Ukrainian children! Stop! 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 Are you communist or what? Yes, is... yes, this is a strange thing. Uh-huh. This is the only communist in the world who are with Zelensky. He's the representative of the Ukrainian resistance. Yes. And we are with Ukrainians. Мы все вернемся. Нет ни одного человека, который скажет, мы не вернемся. Когда все завершится. И надеемся и молимся, что как можно скорее будем думать, как все это строить и перестраивать, потому что наших городов нет.